Поселок Восточный хоть и относится к городу семей, однако жители его из года в год сталкиваются с одними и теми же проблемами. Главное из них – дороги, а точнее их отсутствие. И обиднее им вдвойне, поскольку налоги они платят наряду со всеми, а элементарное благо цивилизации заканчиваются на границе их поселка. В отчаянной попытке в очередной раз привлечь внимание властей к своим бедам, жители провели сход аккурат у виновницы события – огромной дыры прямо на проезжей части. Ее жителям на память оставила подрядная организация, занимавшаяся благоустройством местной школы. Наступление весны для сельчан не праздник, а трагедия. Вот эта яма уже лет 10-12, наверное, я точно не помню, сколько лет это яма. Каждый год чего-то сыпет, толку никакого нет. Здесь, вот в этом месте как раз, яма бывает где-то около метра глубины. Вот сейчас, вчера, 5 КАМАЗов откачали, и то, вот, вы сейчас видели, до порога машины. А то вообще выше порога, она вовнутрь заходит, в машине воняет, все там плесень, гниет. Я уж не говорю про ходовую. Я не знаю, сколько лет уже, если бы это год-два было, можно же было умотать. Это сколько денег, я говорю, буквы каждый год сыпет, асфальт будет. Это можно было всю улицу уже сделать за эти деньги. Про расходы вот этих, кто машины свои ломает, я уж не говорю. На сход помимо жителей пожаловали и представители местной власти, заместитель акима города Семей Асхат Кощанов со своим помощником. Чиновников охраняли полицейские. Участливая мина и предложение изложить просьбы в письменной форме – вот и вся забота слуг народа о самом народе. Впрочем, по мнению высокого чина местного пошиба, ничего страшного на дороге лично он не увидел. Здесь прям такого сильного я ничего не вижу страшного, наверное. Видите, вчера только откачали. Да, вчера откачали. То есть это будет снег, таяние снега идет, будет вода. Но мы своевременно... Вы хотите сказать, что... Можно будет? Я договорю? Да? Мы будем реагировать. Каждая весна в Восточном, как день сурка. Тает снег, и на месте огромных дорожных прорех образуется мини-озера. Да и жителям поселка впору уже открывать платные консультации в написании писем и жалоб на акима. В этом у них многолетний опыт. Майра Абена писала, ответа не было. Еще раз напишите. Вот вы говорите, мы снег убираем. Вот с этой улицы, я сколько живу, никогда, ни разу снег не убирали. Выделяется определенное количество денег, да? Из городского бюджета на содержание, на летнее и зимнее содержание дорог и улиц. Нужно будет, наверное, нам пересмотреть, где именно мы должны вывозить снег, по каким улицам. То есть этот мы следующий год будем формировать эту улицу. Вот, пожалуйста. Тут еще такое дело. Мы такие же налогоплательщики, как и люди в центре города. И мы хотим те же самые средства в душу населения, чтобы приходилось. Тогда у нас все будет ажурно. Сколько ни сокрушайся, а пронять черствые чиновничьи сердца и в этот раз не удалось. Ответ, как всегда, одинаков и до боли прост. Пишите, разберемся. На этом, собственно, зам акима раскланялся, а возмущенный народ стал обсуждать набившие оскомину проблемы. Я живу в этом доме. Вчера только мы шум подняли, 5 КАМАЗов приезжали, откачали эту воду. Здесь ходят маршрутки, транспорт, вода колыхается от движения и заливает мой дом. Вся проблема в этих этажных домах, вот где Аюченко 13. Они поставили огород, вода не уходит, слива нет. Если убрать эти огороды, вода уйдет, водовозов даже не нужно. Я недовольна. Я проживаю больше 40 лет, а Аюченко 40 лет. И вот каждый год вот такая петрушка. Ребенка в школу, внучка в школу ходит. И пройти встречаем, и вечером встречаем, и утром провожаем. Невозможно пройти. Не только жители поселка испытывают неудобства и страдания от бездействия властей. Перевозчики тоже недовольны. Общественному транспорту тяжело проезжать по таким улицам. Из-за этого часто ломается техника. Мы недовольны так же, как и все граждане данной улицы. Наши автобусы ломаются на этих дорогах. Не могут выдерживать график, расписание. Водители, соответственно, устают быстрее. Нервозная обстановка создается на маршруте. Люди также недовольны тем, что автобусы ходят не по расписанию. Вот за все это время, что мы стоим, прошло только 2 наших автобуса маршрута номер 45, потому что они банально отказываются ехать на такие дороги. Впрочем, дорожная проблема – извечная беда Казахстана.
В Алматы ситуация лучше, но только для автомобилистов. Пешеходы там страдают не меньше семейцев. Тротуары в Алматы практически отсутствуют и в холодный период не убираются. Поэтому и травм зимой в разы больше.